Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале «Совет сантехника 7.1». Вот. Меня зовут Владимир, я работаю сантехником-монтажником. И в сегодняшнем видео я хочу посвятить установке типотропического душа, ну, смесителя с типотропическим душем. На нем ничего не написано, что он тропический, но душ на нем нормальный. Вот такая вот штука. Сейчас его мы будем устанавливать. Ну что, давайте его достанем, посмотрим, что в нем есть. Так, вот такая вот замечательная леечка в наличии имеется. Вот такой вот шланг гибкий для душа. О, какой тяжеленный смеситель-то. И вот такой вот красивый смеситель. О, сейчас все это дело мы будем ставить. Так. Инструкция для того, кто что-то не догоняет. Так. Вот еще леечка для гибкого шланга. Вот такая вот красивая. Дальше смотрим. И сама направляющая на душ. В комплекте. Немножко разорвали. Что, сейчас стоит все равно. Вот такая вот. По-моему, из нержавеющей стали. О. Клюшка хоккейная, короче. Так, и вообще в сторону берем. Пока до поры. Так, что еще у нас в комплекте? Ну, это держатель вот для душа на этой направляющей лейке. И, собственно говоря, сами эксцентрики. Сейчас мы посмотрим квадратные отражатели. Ну и довольно качественные эксцентрики. Вот. Так что, скажем так, домотаться не до чего. Начнем. Как видите, 2 сантиметра. Штукатурка, складка и плитки удалась. 2 сантиметра у нас. От водорозетки до чистового уровня плитки. Итак, можно использовать удлинители, но в нашем варианте у нас имеются эксцентрики с длинной полдюймовой резьбой. Вот я сейчас померяем еще раз и посмотрим. Давайте прикинем. Так, давайте завернем эксцентрик один. Так, вот на четвертый оборот не пошел, но я его тогда подточу. Плиточку напильничком чуть-чуть, чтобы 4 витка у нас все-таки были посажены на нитку. Так вот, пока все срастается, так? Это мы сейчас на сухую меряем. И прикинем сейчас смеситель. Хватит ли ему накидной гайки с прокладкой, чтобы накидная гайка затянулась хорошо до отражателя. Так, ключиком. Не забываем, господа, обклеивать ключик. Чуть подтянем ключиком. Так, ну, на сухую пока вроде бы все срастается. Сейчас я покажу. Вот видите, это
расстояние у нас на резьбе с прокладочкой, все, то есть дотянуть, если что, есть куда. Поэтому сейчас будем паковать без эксцентриков. Сейчас я вот здесь вот подточу плиточку, чтобы у меня эксцентрик совершил 4 оборота на уплотнение резьбы. Чтобы у нас, как говорится, троилого не было, а было все четко, ровно и красиво. Аккуратненько, не до фанатизма. Подточил чуть-чуть плиточку, завернул на 3 полных обороты эксцентрики. Вот. Давайте померим, вот они стоят в верхнем своем положении. Давайте померим на сухую, наши 150 миллиметров. Ну вот, как бы 150 есть. Вот даже по центрам прикину. Так, где тут центр-то? Вот. В принципе, по торцам удобнее мерить. Так. И эту так. Вот у нас получается 150 миллиметров по торцам. Можно закручивать, паковать. Так, дорогие друзья, берем наш эксцентрик, и я буду начинать паковать прямо с середины резьбы, потому что смысл первую половину паковать нету. И также вот пакую, заправляя, не торопясь никуда, не спеша, заполняю все поростки на резьбе в натяжечку. От середины резьбы идем к началу, плотно проматывая. Вот, не знаешь, куда смотреть. Вот, оторвали, и вот этот вот хвостик заводим на начало, на закус резьбы, вот сюда, чтобы когда мы начали закручивать, у нас ее начало затягивать. Так же делаем и со вторым эксцентриком. Давайте попробуем закрутим сей девайс. Здесь нам в помощь ключик на 15 у меня. Не знаю, получится, нет, закрутить им. Вроде получается пока. Так. Опа, хрен там. Придется кусачками дотягивать. И дотянем оборотик еще клещами. Здесь вот возьмем, где отражатель будет прикручиваться. И доведем еще один оборотик. Все, по-моему, чуть-чуть еще. Оп. Все. И также закручиваем второй эксцентрик. Намотал нитку, запаковал налем. И теперь самое время посмотреть наше выставление. Что у нас получилось? Вот у нас получилось 150 миллиметров межосевое. Давайте накинем уровень. И также получилось все по уровню. Теперь для проверки герметичности я прикручу смеситель на прокладке, притяну и дам давление в систему водопровода. Здесь где-то порядка 3,5-4 атмосфер. Давайте вставим прокладочки в накидные гайки и прикрутим это дело. Без отражателей пока. Проверим герметичность. Берем ключик и подтягиваем. Сначала одну, потом вторую. Не забываем убирать люфт на ключике, чтобы он равномерно давил на всю площадь накидной гайки, а не на ребро. Так.
Неудобно, близко к стене. Притянули. Закрыли смеситель. Здесь так вот прям прикольная штука. Вообще красота. То есть вещь реально хорошая, качественная. Так, посмотрим, чтобы был закрыт смеситель. Это уберем. Так, положение на душ. Положение на душ. Поставим на воду. Пойдем включать, проверять давление. Давайте дадим воду. Оп. Это у нас душ. Так. Это у нас вода. Так. Так, это у нас горячее. И это у нас холодное. Подождем 10 минут, посмотрим потом на протечки, что там как, посветим. Вот, и будем ставить тогда с отражателями. Итак, дорогие друзья, вот подсунул телефон, видно, что у нас протечек нету, все уплотнилось на... Так, протечек визуально нету, поэтому можно снимать смеситель и ставить отражатели. Дорогие друзья, давайте поставим отражатели. Жестко, чтобы они стояли, не крутились. Так, ставим второй отражатель. Все получилось прям под шовчик, под плиточку, аккуратненько, чтобы ничего не содрать, блин. Вот. Теперь давайте поставим наш смеситель. Так, проверим еще раз наличие резиночек и будем прикручивать. Закручиваем сначала обе накидные гайки от руки, сколько можно, а потом подтягиваем ключиком поочередно, не все сразу. Так, не торопитесь никуда, самое главное. Подтягиваем, смотрим, чтобы не продавливали отражатели, самое главное. Так, следующий подтянем. Перекрываем и идем давать давление воды. Так, давление дал. Вот холодное, это горячее. И будем сейчас наблюдать на предмет протечек. Минуточек 10. А потом займемся душевой огромной лейкой. Итак, дорогие друзья, следующим действием Орлисонского балета по установке тропического душа является крепление штанги для лейки душа на сам смеситель. Перед тем, как надеть вот на этот штуцер, на смеситель эту штангу, необходимо его смазать силикончиком, силиконовой смазкой. Вот. Так как у нас на нержавейке уровень не отражается, я поставил его по крайнему торцу штанги. Сейчас по нему будем выставлять. Так, надели, оп, и полностью пристыковали. Вот она у нас стоит.
Итак, дорогие друзья, штангу поставили. Давайте разметим крепление под сверловку этой штанги. Вот, поставили по уровню, по лазерному с торца. И потихонечку обводим. Так, обвели, теперь снимаем и будем сверлить. Итак, дорогие друзья, прежде чем сверлить отверстие под крепление, не забудьте чем-нибудь накрыть шуруп, этот смеситель, чтоб на него не налетело пыль. Теперь давайте забьем наши чудесные дюпелечки. Так. Так. И добьем деревянной частью молотка, дабы не расколоть плитку. Лишнее можно отрезать ножом. Берем ножичек и удаляем лишние лоскуты от дюпелей. Ну а теперь берем шуруповерт, саморезы и приворачиваем наше крепление. Начнем с верхнего. Полностью не затягиваем. Сначала наживим все саморезы. А теперь затягиваем, когда все саморезы наживлены, можно затягивать. Все, крепление прикрепили. Теперь можно закреплять саму штангу. Так, дорогие друзья, перед тем, как закрепить штангу, надо одеть вот такой вот красивый отражатель на крепление. Он на резиновом уплотнителе. Затем не забываем смазывать здесь штуцер силиконовой смазочкой. И одеваем. Натягиваем, так сказать, до полного. Что-то не хочет, блин. О, встал. Все. Все плотно встало. Протягиваем шестигранниками внизу, сзади, крепление штанги. И протягиваем по уровню крепление штанги на самом креплении. Итак, дорогие друзья, давайте поставим душевую леечку, прикрутим. Здесь все прикручивается от руки. Проверяйте, не забывайте прокладочки. Фиксатор телескопический, вот штанги, вот и телескопической штанги и крепление душа разносите по разным сторонам, чтобы они друг другу не мешали. Вот. Так, дорогие друзья, давайте снизу прикрутим душевой шланг. Вот так вот. Так. Итак, здесь у нас вот прям стоит сеточка. Видите, прокладочка, сеточка. Ее тоже не забываем. Проверяйте, все протягивать. Она вот здесь у нас на шарнире. Не забывайте протягивать все. И просто сверху накручиваем и подтягиваем ключиком. Вот. Сейчас подтянем ключиком. Итак, дорогие друзья, давайте проверим, как работает наша тропическая система. Открываем душ. Вот такой хороший напор. Прям он на шланге крутится. Вот такой прям. То есть без шланга сам по себе леечка крутится. Очень удобная конструкция. Так, это мы попробовали. Ну а теперь давайте попробуем
то, ради чего мы старались. О, красота! Можно принимать душ. Ну что, дорогие друзья, кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. А я принимаю душ и прощаюсь с вами. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.